Туман над северо-крымским каналом. Таврийск, Херсонская область. В городе, где начинается эта искусственная река, есть даже музей главной водной артерии Крыма. Теперь уже бывшей. А вот эта лошадь крутилась по кругу, значит, да, и добывали воду. И настолько была ценная вода, что если семья маленькая, отпускала всего одно ведро воды в день. Ну, сейчас тоже с водой проблемы там? Да? Ну, сейчас, наверное, да, проблема. Но давайте не буду комментировать это, поэтому они все прекрасно знают, что такое с водой там. Донбасс реалии едут туда, где эту самую воду в Крым перекрыли. КПВВ «Каланчак» – один из трех пунктов пропуска на аннексированный полуостров. В это время года его пересекают около 2000 людей в сутки. Вздовж адмінмежі у нас розташовані бойові позиції, на яких військовослужбовці також несуть службу по охороні та обороні адмінмежі. Це фортифікаційні споруби, в тому числі бліндажі. Також у нас тісно існує взаємодопомога, взаимодействие с вооруженными силами Украины. Противотанковые рвы и построенные укрытия – то, что едва бросается в глаза с КПВВ. Внешне эти окопы очень похожи на окопы на Донбассе, но мы сейчас не на Донбасской передовой, а на админгранице с аннексированным Крымом. И хотя здесь нет активных боевых действий, украинские подразделения несут службу в похожих полевых условиях. Военнослужащие проводят для Донбасс реалии небольшую экскурсию. Блиндаж, на первый взгляд, просторнее тех, что на востоке Украины. Думаю, что попадание, как минимум, 80-мм мины в любом разе це стримає. Ну, насколько відомо, у них так само є лінія оборони, є інженерні споруди, є техніка, і все це вони, в принципі, тримають так само, як і ми в повній бойовій готовності. Впрочем, сейчас здесь вполне безопасно в полный рост передвигаться и вне окопов. Здешние условия бойцам есть чем сравнивать. За плечами у каждого не одна ротация на Донбассе. Тут набагато спокійніше є. Але на Донбасі ми знаємо, що ми вже будемо очікувати, яка провокація може бути. Тут напроти нас вже стоять більш злагоджені підрозділи. Тому тут, якщо буде якесь загострення обстановки, то більш небезпечно може бути. Сама по себе атака с полуострова – маловероятный сценарий, считает военный эксперт Михаил Самусь. В сухопутном компоненте Украина с РФ еще может потягаться, тем более на узком крымском перешейке. Поэтому Кремль способен пойти другим путем. Насамперед буде здійснюватися вплив за рахунок нанесення швидких ракетних та авіаційних ударів в Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків. Для створення такого масового потоку біженців якраз на цьому хаосі і дезорганізації через кілька днів можна буде проводити наземну операцію. Казалось бы, фантастический сценарий, но атака на украинские корабли, считает Самусь, была своего рода проверкой, как далеко может позволить России зайти международное сообщество. Це реакція, яка демонструє, що міжнародне співтовариство може сприйняти вогневе ураження, не масоване, оскільки ракетні удари можуть бути анонсовані як точкові удари для, скажімо так, зниження агресивної політики українського уряду. Потім може бути сказано про провокацію української сторони. По данным Киева, силы РФ в Крыму после аннексии выросли в 3 раза. Более 30 тысяч военнослужащих. Появились российские танки и зенитно-ракетные комплексы. Бронемашин стало больше в 6 раз, артиллерии почти в 7. У них проводится очень часто навчання. Мы сюда даже чуємо розриви, коли вони проводять стрільбу з крупнокаліберної зброї. Ми розуміємо, що туди вглиб Автономної Республіки Крим війська до такої ступені напічкані, які відповідно в будь-який час можуть прибути сюди на передову. В разі збройної агресії підрозділи готові до відсічі її, сформовані якраз угрупування з метою протидіяти військам, які знаходяться на тій стороні адміністративного кордону. Донбас реалії розказували о 2 сценаріях можливої атаки РФ з виходом російської армії до Криму або далі до Придністров'я. Но аналітики Стратфор уверены, пробивати этот сухопутний коридор Росія не буде.
У России, возможно, был шанс предпринять такие действия в самом начале конфликта. Но за 4 года у Украины было время для развития своего военного потенциала. Есть западная поддержка. Россия ведь не хочет аннексировать всю Украину. Знаете, для этого потребуются огромные ресурсы, которых у Москвы просто нет. Поэтому конечная цель России — помешать западной интеграции Украины. А полномасштабное военное вмешательство приведет только к противоположному результату. С точки зрения нормального функционирования Криму, его развития как такой территории, где можно проживать, действительно, такой наземный коридор абсолютно нужен. Если, например, цинично зважати на то, что для россиян Крим — это просто військово-морська авіаційно-ракетна база, то, в принципе, для них сільське господарство і стан проживання населення, тобто в якому вони там комфортних чи некомфортних умовах, насправді це їх не хвилює. Как решить проблему с водой и не беспокоит ли крымчан то, что Россия делает из Крыма военную базу? Эти вопросы Донбасс Реалии задали жителям Симферополя. Мне не мешает. В пробках я за танками не стою. Армия защищает нас же, правильно. А вы новости смотрите? Сколько кораблей американских в Черном море? Сколько всяких там у нас недругов? Лучше от них избавиться, я думаю. Ну, так постановили, значит, должно быть. Защита. От кого и для чего? От Украины. Ну, они же не идут на контакт. Это Украина. Ну, где? Они же с нами нас придирают. Мы же оккупанты. Они нас могут отравить. Это же фашисты пришли к власти. Ну куда с ними связываться? Не, я бы и не хотела той воды. Водой Северокрымский канал снова наполнят в апреле. Но дальше Херсонской области в Крым она, похоже, не пойдет 5-й год подряд. Ярослав Кречка, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.